Приветствую вас. С позиции психологии я бы сказал, что дело здесь не в упражнении, а в том, как вы пришли к этому. То есть, понимаете, головой, может быть, вы и сознаете, что, ну, не может быть. Не могут быть слова людей, да, другие, ну, вот, не могут быть слова людей истинной последней инстанции. Возможно, вы это сознаете. Вот, но как бы чувствами вы все равно как бы, ну, выбираете слушать их, слушать людей. Поэтому здесь имеет место быть, на мой взгляд, такой личностный конфликт, да, вот, который надо бы разобрать, вот, который надо бы поисследовать обязательно. Вот. И, соответственно, если это сделать, да, вот, ну, если вот это поисследовать, этот конфликт, если поисследовать, да, вот, то ситуация будет, ну, несколько лучше для вас. Я надеюсь, по крайней мере. Вот, это то, что я мог бы вам сказать сейчас. Ну, опираясь вот на то, что вы донесли. Да, то есть тут дело-то не в упражнениях, которые вы выполняете, да, тут собственно, тут дело все в том, как вам это вот воспринимается, то есть почему и, ну, как вы вот пришли в эту вот, ну, к этой позиции, как вы пришли к этой позиции, да, что слова других людей — это истина в последнем сенсе, ну вот. И я думаю, что здесь, ну, в основе лежит некая такая потребность, знаете, в чем? Потребность в том, чтобы угодить вот, то есть это именно потребность угодить другим людям. Может быть, это что-то другое, вроде, ну, вроде того же, например, страха, допустим, остаться одной, страха, допустим, ну, как бы остаться без, там, отношений, да, допустим, и так далее. То есть, ну, вот такой момент, может быть, еще. Вот. То есть есть вот, есть что-то, да, вот, в чем вы нуждаетесь. Ну, как, ну, когда пытаетесь, когда считаете то, что говорят люди, истинные в последнем сенсе. Вот, и, соответственно, тут нужно, конечно, ну,
поисследовать эту ситуацию, тут нужно поисследовать этот момент, вот, потому что это достаточно такая важная история, достаточно важная ситуация. И уже как-то вот исходя из той информации, которая будет вами предоставлена, уже можно будет, исходя из этой информации, можно будет уже что-то говорить. Да? Вот. Так, упражнения вам на самом деле не помогут, потому что дело здесь не в упражнениях, а дело здесь именно вот, что называется, ну, как бы, проработка. Дело здесь именно в проработке ваших моментов, вот, связанных как раз с вот этим вот, ну, с этим аспектом, с аспектом того, что вы считаете, да, мнение других людей более важно, чем свое. Вот, опять же, есть, там, грубо говоря, некоторое, возможно, основание, да, значит, вот так, например, считать в силу того, что вы обесцениваете свое мнение. Вот, ну, такой момент, в принципе. Но он, в принципе, тоже может иметь место быть, согласитесь с этим. Вот, поэтому тут вот такой момент. То, что вот мне видится с точки зрения вот вашей ситуации, да, которую вы описываете. То есть есть какие-то предпосылки, вы этим предпосылкам соответственно следуете. Вот. И упражнение — это чисто такая вот, ну, механическая какая-то история. На мой взгляд, ну, совершенно неэффективно, так вот, на мой взгляд, совершенно неэффективно. Как это, ну, как это упражнение пытаться делать. А вот, гораздо лучше было бы именно, ну, посмотреть, поисследовать, что вас, ну, мотивирует на следование такой позиции, вот. Это уже куда более интересно. Повторюсь, этот мотив есть, он присутствует, его нужно только отыскать, его нужно только найти, вот, и, соответственно, как только это будет найдено, да, то, соответственно, ситуация будет, ну, разрешена. Скажем так. Ага, пока что вот, ну, пока что
проблемы у вас, к сожалению. Ну, на мой взгляд, да, по крайней мере. На мой взгляд. Потому что вы пытались сделать что-то, да, вы, но проблема в том, что еще проблема в том, что вы пытаетесь сами, как будто бы вот теорию изучать, а это ну, такой не лучший вариант, вот, потому что теория, она, ну, как бы не для, да, клиентов, она больше для специалистов, вот, и, соответственно, вы думаете, что, ну, достаточно какую-то вещь основная, да, и, в принципе, все, вот, проблема решится, ну, нет, на самом деле нет. Вот это работает, ну, немножечко не так, да, немножко по-другому это работает, к сожалению, вот, поэтому тут нужно, ну, к этой ситуации нужно подходить, вот, ну, максимально, скажем так, ну, деликатно, да, вот, максимально корректно, чтобы не было каких-то дискомфортов для вас, вот, потому что достаточно легко травмировать, на мой взгляд, вас, и никому не будет хорошо, если это случится, то есть если будет рано, вот, понимаете, поэтому я бы сказал, вот, я бы сказал так. Я бы сказал именно, вот, ну, примерно в таком контексте, я бы сказал, здесь. Так, давайте сейчас откроем, сейчас посмотрим, значит так. У меня искажение воспроизводных людей, говорят, такая модель, если люди сказали делать так, иначе для меня это истинно последняя станция. Ну, смотрите, опять же, да, что-то позволяет быть этой истиной в последней станции, да? Как бы, то есть, вот, ну, что-то позволяет быть, это истинно, последний шанс, вот, поэтому, я думаю, что это в любом случае не просто так, вот. И на это есть какие-то причины. Ну, у вас. Вот. Поэтому не нужно ну, пытаться как-то вот ситуацию рационализировать, да? То, что вот вы, ну, грубо говоря, делаете сейчас, вот вы пытаетесь ее рационализировать, мне кажется, это не очень хорошая идея, но вот. На мой взгляд, гораздо эффективнее было бы, конечно, тут вот с этой, ну, вот с этой точки зрения, да, просто на ситуацию взглянуть вот немножко по-иному, да, ну, с такой вот больше позиции, больше позиции
для чего это вам? Да, вот. Как бы позиция того, что я хочу. Вот. То есть как-то вот в таком ключе, мне кажется, имеет смысл смотреть. Вот. А потому что если вы это делаете, значит вам это нужно. Вы это решаете таким образом какой-то свой конфликт, какую-то свою проблематику вы решаете таким образом, вот. Но понятное дело, что сейчас сказать, какую именно проблематику вы решаете таким образом, наверное, нельзя, вот. Ну, кроме того, как вот мне кажется, что это некая потребность угодить, да, некая потребность, некое желание угодить, желание избежать конфликта, вот, может быть, это необходимость одобрения, то есть, ну, это некая такая комплексность, да, которую вы вот несете как способ решения своих противоречий. Вот. И, конечно же, неких проектов, которые могут иметь место быть, да, у вас. Вот, соответственно, со всеми этими вещами нужно разбираться, вот, и дальше уже смотреть на то, что вы хотите с этим делать, ну, грубо говоря. Вот. И в зависимости от того, в какую сторону вы хотите двигаться, да, то есть, опять же, какой здесь есть важный момент, да. Вот вы, грубо говоря, даете некоторую такую, значит, позицию, что вот там, я хочу вот, значит, перестать людей там воспринимать вот так, как я их воспринимал, допустим. Супер. Но для чего? То есть, опять же, возникает момент. Да, зачем? Чтобы что? Я хочу вот так делать. Зачем мне это? Тоже такой достаточно важный, как мне кажется, момент. Вот. И как бы это, ну, в этом направлении, да, тоже нужно двигаться, вам, на мой взгляд. То есть смотреть, а как я буду использовать вот, ну, вот этот ресурс, что у меня появится, да? Для чего мне этот ресурс, который
ну, который меня боялся, вот, а зачем он мне нужен, там, и так далее. То есть это, вот, ну, повторюсь, это такая очень важная история, на самом-то деле, вот. Не преследовал, которую, да, не преследовал, которую. Ну, может быть, вы вгоняете себя вот в некий такой круг, в некую, точнее, такую порочную, значит, систему, вот, в которой вы, ну, по факту являетесь, к сожалению, жертвой. Потому что, ну, проблема не решается, вот. Решать вы ее вроде бы как вы хотите решать проблему. Вот. Я верю в то, что вы хотите ее решать, но проблема не решается. Не решается, потому что нет для этого мотивации, нет для этого, ну, какого-то вот основания, да, для этого нет. То есть вы вроде бы хотите это делать, вроде бы вам это нужно делать, я верю в то, что вам это делать нужно, но вот, значит, если какая-то вот мотивация, да, перевешивает, пересиливает, то мало что вам поможет. То есть сейчас для вас есть некая привлекательность, вот поймите, пожалуйста, на тот момент, что есть для вас некоторая привлекательность того, что вы делаете. Есть для вас некоторая привлекательность в этом. Пока эта привлекательность присутствует, вы не сможете как-то по-другому себя вести. Вот. Потому что необходимо, мне нужно, а? Мне нужно обесценивать себя. Вот, мне нужно обесценить свою позицию, вот, мне нужно обесценить свое мнение, мне нужно, ну, проидеализировать других людей, вот, чтобы что-то, для чего-то, вот, понятно, что сейчас вот, ну, на данный момент, как бы, однозначно сказать, зачем вам это, наверное, нельзя. Вот. То есть это все, ну, выяснится только в процессе работы с вами, как мне кажется. Ну, если все делать вот так правильно, да, если все делать по науке, если подходить к этому вопросу с позиции, вот, ну, ну, максимально такой, ну, важный для вас, да, если подходить к этому с позиции такой максимально корректный для вас. Не с позиции там гадания, например, и так далее. Вот. Так, значит, дальше. Когда начинаю применять критическое мышление, действительно так вылазит стыд. Стыд — это подавленный гнев. Вот, то есть, обратите, пожалуйста, на это внимание, да, что стыд — это подавленный гнев,
У этого, опять же, есть какая-то причина. То есть, ну вот именно у того, что вы, ну, подавляли свой гнев, скажем так. Да? То есть есть какое-то основание для того, чтобы подавлять свой гнев. Соответственно, здесь тоже имеет место быть определенный конфликт, во-первых. То есть я должна проявить свой гнев, например, чтобы не расстраивать, значит, ну, чтобы не расстраивать людей, да, чтобы не расстраивать там, ну, близко, например, людей для меня. Вот, чтобы этого не делать, я должна подавлять, ну, к примеру, как вариант. А вот, это, ну, довольно неприятно, я бы сказал, эта история. Ну, вот. Для вас, конечно. Потому что... Получается, что вы в какой-то степени собой жертвуете здесь. Получается, что вы значит, ценой своего комфорта, да, добиваетесь, ну, благополучия близких людей. Вот. То есть, опять же, вы себе объясняете вот, свой комфорт на защиту своего комфорта. Вы объясняете тем, что для этого нужно поставить мнение другого человека выше моего. Тогда он будет доволен, я буду ему угождать, и мне будет комфорт. Понимаете? То есть не будет опасности, вы будете защищены. Вот, как бы, ну, здесь, все достаточно просто, как мне кажется. Вот, и... Нужно просто-напросто вот, проблематику данную решить. Ибо, ну вот, допустим, на данный момент вы ответственность, да, за там, свой комфорт, вот, вы перекладываете на, значит, ну, этих людей, вот этих людей, а люди воспринимают это как, ну, как слабость, что, в общем, наверное, логично, да? И по итогу получается, что он недовольны не вы, а, как бы, никто либо еще, да? Вот. Такая вот история. Такой момент. Достаточно специфичный, да, достаточно неприятный. Но, тем не менее, решаем. Дальше. Значит,
ладит фит, хотелось бы упражнение сделать в теории уже целый год, как мы не изменили восприятие. Через работу с психологом. В этом всем, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.